Как теперь жить-то? Бомбят козлины. Вот это да нахер. Уроды немцы нашли нас все-таки. Угу. Блять, минус 2. Третий автобус горит, охереть. Бля, ну ПВПшица нас убьет. Я выкинул все оружие, у меня 3 патрона в дробовике. Я только скинул все стволы, чтобы начать крафтить, прикинь? Угу. Не видно, где они. Они на горе, справа. Я, блин, сигнальный пистолет выложил. Да, хреново. Но это рано или поздно должно было случиться. Как они так нашли-то? Ну, может, то, что мы с фонариками полили, может, они с горы просто, ну, у них там база же. Блять, и не выйдешь-то никак. Я сейчас обойду, попробую выйти. Это ты в лесочке прополз? Да, 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 да. Я просто, видишь, типа по тени иду, потому что тут сейчас реально, ну, не спалить. Это уроды. Вон они, видишь, с фонарями? Блять, и все стволы высоко. Ебок, КамАЗ взорвали один. И второй. Блять, надо оружие с ящиками переставлять. Ты ж расхерачили всю базу. Ну, точнее, все тачки почти. Бля, может, что в квадрике есть? Поэтому надо строить воздушную базу. Как можно выше. Этот пистолет без патронов, отлично. Так, в таксихе, блядь, в таксихе тоже нихера нет. Вообще не готовы были к этому дерьму. Угу. Сейчас, короче, надо подождать, пока они будут ломать двери. Ну или не двери, а какую-нибудь херню и... Блять, я выложил сигнальный... У тебя есть сигнальный пистолет с собой? Нет, конечно. Мать, херовенько. В этом посмотри. В пикапе. Нет, тоже нету. А, патронов-то нету, да, на него? Есть 5. 5. Сейчас я разбахаю, чтобы их видно было, этих уродов. Ломают, слышь? Все зажглись огни. Ну, я расхерачил все, что были. Блять, патрон на дробовик высоко. Ну, пойду так аккуратненько. Надеюсь, они не... Короче, надо как-то это... Взять рампу, поставить ее и запрыгнуть. Бля, я там зря поставил эту херню. Можно было бы их сейчас сверху стрелять. Но они пока не будут рашить. По понятной причине. Всем. Бля, реально, просто не были готовы. Все стволы реально просто высоко. Надо, короче, как-то щемануть наверх. И сверху их как-то надо отстреливать. Блять, уроды трактора взорвали, а в тракторах, ну, было до хера же.
Это ты, да, там сидишь в уголочке? Ага, а я что-то крова А ты точу. можешь в тракторе посмотреть, есть что-нибудь? А я что-то крова точу. Ну, по тем уж стреляли. Они прямо тут, слышь, прям за стеной. Я бы тебе рекомендовал уйти в елки. Отойди, пожалуйста, вправо, беги быстрее. Это ты подполз? Да. В тракторе ни хера нет. Они прям тут у тебя за стеной. Ебать, попали мне в сраку. А как они тебя увидели? Ну, по движению видно же. Я тебе говорю, чувак, единственный, кто в этой игре пока ничего не видит, это ты. Блять, ваншот, пиздец, у них снайперки. Ну, подготовились. Да, так, ну, видать, не первый раз они здесь. Ну, да. Ну, посиди немножко. Хорошо.